Ну вот, наша шестерочка, 6 на 6. Ну, Виктор, может, расскажешь, что он здесь сделал? Что сделано? Мы начали с Blackwater. Сын купил Polaris. Какие здесь, 30-е, 28-е? 28-е. 28-е, да? 30-е у нас не влезли. А, и 30-е не подошли, да, за большие? Мы ее поднимать. Во. Так 28-е ставим. Полная защита. Кастом латышская, не в оригинале, но... Чем нам он нравится, передок полный защиты. А его сейчас покажем. Тросик поменен на синтетику. Трос на синтетику заменили, да? Да. Heavy duty bumper. Подожди, вынос сделали тоже, да, как видно очень. Вынос сделали. Бампера не было, по-моему, или был? Да. Не-не, heavy duty bumper тоже поставлен. А это что за две кофры такие? Это разбирали. Были три. В оригинале были три, разбирали. Сколько? Не влезло, середину выкинул. Ясно. Защита появилась, стекло на руки. Защита, стекло, будет тепло. Уже для кофе даже есть два варианта. Да. Обогреваемые ручки. Обогреваемые ручки сделали. И пультик. Барлик. Да, для лебедки. Ну, пока что все. Нас еще ждет, Саша, что? Сюда. Задний что винч. Еще? Да? О. Задний винч. Еще защита до конца не поставлена сзади, потому что надо было кастом делать. Извините, потому что у кого-то стоит защита, как весь шестиколесник. А, кстати, вот этот. Стальчус приехал из Локбарса. Стальчус, Локбарса, что еще? И что нам еще не хватало? Лебедка. Лебедка сзади. А эти не пришли, Андрюшка, тебе для бензобаков на снегоход, эти пластмасски? Нет. А, и этот и должен был прийти новый, если сам этот щиток, но нету пластика. А здесь что-то будет по этой? Какие-то. Здесь палки, по-моему, бывают, я видел, да? Да, именно локбарсы заказали тоже деду, чтобы снимать эти и вести удлинение. И еще коробка идет такая сзади. Ставится вот сюда, в этот. А что это там за коробочка будет? Пластиковая, закрываемая, чтобы было. Там сейчас просто топится, и оно все топится, а будет закрываемая. А, ясно, понял. Бардачок, короче. Бардачок. Ну вот так изменилось. 6 на 6 наша. Уже монстр грязи. Посмотрим, как он поедет. Здорово. Лава.